Шал? Да, госпожа. На этот раз, да. И кто? Сын сапожника, госпожа. И ты уверен, что он... Лучший, госпожа, лучший. В общем, королевстве нет никого. Ты знаешь, что я с тобой сделаю, если ты меня опять обманул? Нет, госпожа, на этот раз нет. То есть, да. Хорошо. Завтра я его навещу. Побежал к матушке. А, только давай поживее, работы много. Хорошо. Слушайте, жители королевства! Вчера из дворца пропала королевская дочь, их высочество... Принцесса Грета! Бедная принцесса! Кто поможет найти ее, будет награжден по-королевски! Матушка, принцесса пропала. Да, Якуб, я слышала. А ее найдут? Конечно, найдут. Найду. Какой у вас помощник? Не жалуюсь. Ну, беги, помощник. Тебя отец ждет. А я уж тут сама справлюсь.
Дрянь. А не товар. Дрянь. Дрянь. Зачем вы так говорите? У нас очень свежие. Дружочек Яков. Если уважаемая госпожа желает купить что-нибудь? Желаю, желаю. Вот, 5 кочанов капусты положи-ка в мою корзинку. А мальчишка твой пусть проводит меня до дома. Меня же отец ждет. Давай, Яков, не ленись. Посмотри, какая тяжелая сумка у госпожи. Не ленись, Яков, я тебя отблагодарю. Проходи, Яков, не стесняйся. Урбан. Ты все приготовил? Да, госпожа. Хорошо. Ну, пойдем, посмотришь, как я живу. Я обещал матушке сразу же вернуться. А я обещала тебя отблагодарить. Боишься? Да нет, но дом такой странный. Снаружи маленький, внутри большой. Это фокус. Видишь одно, на самом деле другое. Пойдем. Тебе нужно немного отдохнуть. Представляю, как ты устал нести человеческие головы. Какие головы? Я же нес капусту. Вот видишь, какие бывают фокусы. Ладно, вставай. Не мешай.
немедленно выпустите меня. Прошу вас. Сейчас я покажу тебе нечто удивительное. Угадаешь, кто это? Его зовут Дагал. Он приносит счастье. Но сначала его нужно оживить. Он что, умер? Знаешь, что бывает, когда соединяются добро и зло? В их соединении таится огромная сила, и эта сила оживит мой камень. А ты поможешь мне в этом? Смотри. Ну? Хочешь целый день кататься на деревянных лошадках? Не. Может, ты хочешь настоящие рыцарские доспехи? А? Нравится? Ну вот. Я не могу отдать тебе эти подарки. Но мы можем обменяться. На что? Смешно сказать. Это будет еще один фокус. Тебе просто нужно положить сюда руку. Не хочешь? Почему? Такой пустяк. Давай, что ты? Нет. Тебе мало игрушек. Хорошо. В придачу получишь деньги. Много денег. Ведь твои родители не богаты. Подумай, как они обрадуются. Нет. Мама говорит, что не важно, бедный человек или богатый. Важно, чтобы у него было доброе сердце. Доброе сердце? Да, доброе сердце. Бедняк с добрым сердцем. А если у него вдруг вырастет горб или нос? Доброе сердце ему поможет? Да. Ты, видно, хочешь проверить это на себе. Я? Почему? А это я расскажу тебе, когда ты сам слышишь, сам придешь ко мне, и я заставлю тебя это сделать. Ваша хозяйка меня отпустила. Да нет же, это не мои.
тебе не здоровится. Ты сердишься на меня? Что вам надо? Идите своей дорогой. Что с тобой, матушка? Ты сердишься, что я задержался? Так эта старуха виновата. Она меня не отпускала. Матушка, да что с тобой такое? Ты же сама отправила меня с ней. Зачем ты издеваешься над бедной женщиной? Ее сын пропал 7 лет назад. Как? 7 лет? Я же только отнес старухе капусту. Нет, каков негодяй, а? Убирайся отсюда! Матушка, неужели ты не узнаешь меня? Это же я! Яков! Сказано же тебе! Убирайся! Ну, почему? Слышишь, парень? Уходи отсюда по-хорошему. Матушка, ну посмотри на меня. Яков был красавец, а этот... Гнать его надо. Нет, ты на нос его посмотри. Тихо! Ты действительно считаешь себя Якобом, сыном зеленщицы Ган? Здесь бегаешь, а? Да, чуть не убил нас своим огромным носом. А давай-ка мы его немножко укоротим, а? Ага, это будет жена. Ну, чего тебе? Попрошайничать пришел? Нет-нет, господин, здесь же была мастерская сапожника Хайнца. Какой я тебе господин? А Хайнц умер 7 лет назад. С горе-горе. Сын у него пропал, вот он и умер. Ну, его искали, конечно, искали. Да, так и не нашли. Эй, парень, а ты чего хотел-то? Может, тебе горшок нужен? Так долго. Где ты болтался? Да что вы, тетя, я же... Не смей называть меня тетей. Сколько раз тебе говорить? Тетя. Ой, госпожа. Докладывай, бездельник. Ты проследил за ним? Да, госпожа. Он скоро будет наш. Хорошо. Продолжай следить. Не спускай с него глаз. О, великий Дагал, ждать осталось совсем чуть-чуть. Скоро ты получишь самое доброе сердце, какое только можно найти. Ты еще здесь! Принцесса, госпожа!
Что с ней делать? Я что, должна за тебя думать? Давно нужно было от нее избавиться. Болван. Вот тебе одно превращение. Сделай из нее гусыню, а потом продай на королевскую кухню. Вот смеху-то будет, когда она попадет на стол его королевского величества. Доброе утро. Не нужен ли вам помощник, господин? Помощник? Не могу я взять тебя помощником. А не то у меня все горшки полопаются. А от чего? От смеха. Негодяй! Посмотри, что ты наделал! Убирайся, чтобы глаза мои тебя не видели! Вон! Немедленно! Вон! И не вздумай еще раз сунуть сюда свой огромный мерзкий нос! Негодяй! Подлец! Не могла превратить ее в кого-нибудь полегче. Глупая старуха. На дворца еще идти да идти. Уважаемый! А что у вас в мешке? Что у тебя это в мешке? Ничего особенного. Просто гусь. Точнее, гусы. Большая? Большая. А ты знаешь, что бывает за воровство? Почему это за воровство? А тогда откуда у тебя большая гусыня? У меня не большая, у меня средняя. То есть вообще... А ну, показывай! Ага, все-таки большая. Я должен немедленно тебя арестовать, а гусыню конфисковать. Господин, клянусь, это какая-то ошибка. Я ни в чем не виноват. Давайте я вам дам один талер. И никого не надо арестовывать. Сколько? Два! И не талером меньше! И не талером меньше. Два! Да ведь это... Эй, ладно, так и быть. Согласен. Чё стоишь? Дёргать надо. Дёргать надо. Это кто у меня здесь ворует? Я хотел спросить, господин, вам не нужен помощник? Что? Ты еще смеешься надо мной? Ну, держись. Сейчас я вырву твой длинный нос. Что это вы так веселитесь? Чего? Простите, не признали вас сразу. Не признали. Как гочете, как гиены. Народ пугаете. Простите. Глянь, он меня такой. О! Ты чё здесь ходишь, а? Носатый. Ах, какой красавец. У-у-у, как ты меня напугал. Ты чё? За ним! За ним! Айда, лови держи его! Уйдёшь!
Мы можем идти, господин главный скороход? Да. Идите. Жирный, за мной. Постойте. А что это у вас в мешке? В мешке? В каком мешке? А, в мешке. Ничего. Как ничего? А зачем тогда вы его несете? А вы знаете, что бывает за воровство? Так это почему за воровство? Так, же... птицу я конфискую, а вас дам начальнику стражи. Господин, не надо. А давайте мы дадим вам 2 талера. Что? 5. 5 талеров. 10. И не талером меньше. У меня только 5. Гони еще 5. Я ранен. Это все из-за вас, негодяй. Господин, вам нужно срочно сделать примочку. Примочку? Да-да, примочку. Пампуша, я ранен. Целуется тут. Руки, помоги, прошу тебя. Это вы мне? Смотри, раскрякалась. Да она сейчас сбежит. Ты чё кидаешься? Ничего я не кидаю. Ну тогда лови ее. Что ты застыл? Смотри, уже к забору подбирается. Ах ты вон как! Ну, погоди у меня! Это опять ты! Ну-ка, брось гусыню! Брось! Окружай его! Да что это там за шум такой? Подожди меня! Не крутись! Сиди смирно! Да смотри, не капай там на ковер! А то получишь у меня! Чудовище! Что? Как ты меня назвал? Да нет же, Пампушечка! Что? Это не ты, чудовище! Ах, не я! О, твоя ваза! Что вы делаете? Вот, вот кто виноват! Господин Блюм, быстрее! Ату его! Ату! Быстрее! Давай быстрее! Как угорелый, только скотину пугает. Вот это да! Волшебные туфли. Не
может быть. Быстрее! Стой, стой! Фокусы. Старуха показывала фокусы? Показывала. А могла она по ошибке сделать меня? Точно. Конечно, могла. И как же я раньше не догадался. А если не фокусы? Ладно, там разберемся. Да и туфли нужно вернуть. Она, небось, ищет. Думает, украли. Госпожа, идет. Позже улыбаться будешь. Возьми ключ от зеркального зала. Что это? Ничего, тетя. Мышка, наверное, прибежала. Мышка. Ноги унесли. Нужно где-то переждать дождь. Пойдем туда. Ничтожество! Я сотру тебя в порошок! Простите, виноват. Идиот! Все дело загубил. Мальчишка был у меня в руках. Кто мог знать, что мешается девчонка? Ты! Обязан был знать. Ее место в духовке. А теперь их двое, и они что-то затеяли. Найди их. Узнай, что задумали. И помни, ты должен все исправить. Тебя что, просил кто-нибудь? Чего ты влезла-то?
не свое дело. Ничего и не влезло. И вообще. Болит? Болит. Сейчас, погоди. Пару дней, и все пройдет. Спасибо. А кто тебя этому научил? У меня матушка очень хорошо в травах разбирается. Значит, твоей матушке тоже нужно сказать спасибо. Я ее никогда не увижу. Не увидишь? Может, и увижу, только она меня все равно не узнает. А, так вот, для чего ты вернулся к старухе? Ты решил, что она тебя расколдует? Конечно, там нужно было до какого-то камня дотронуться, что ли. Старуха показывала фокусы, и вот. Фокусы? Хочешь, я расскажу, какие это фокусы? Ну, слушай. Много-много лет назад один умирающий монах попросил короля спрятать и никогда не выносить из дворца одну книгу. А совсем недавно... Его зовут Якоб. Якоб, сын сапожника. Почему вы смеетесь? Кто ты, прелестное дитя? Я принцесса. А вы зачем брали папину книгу? Он никому не разрешает ее брать. Даже мне. Но ты ведь не станешь говорить ему об этом, правда? Я... не могу обманывать своего папу. А тебе не нужно его обманывать. Ты просто ничего не говори, и все. Ваше Высочество, принцесса! Смотри мне в глаза. Ой, ой. Мы ищем ее Высочество. А... ее Высочество? Да. А вы что здесь делаете? Так ты принцесса? Была принцессой, пока не пришел этот, которого я клюнула. Противный такой. От него я и узнала, что прошло уже 7 лет. И у тебя 7 лет? Да. А потом он сказал... что из меня выйдет отличное жаркое, и превратил в гусыню. Ну, погодите, мы вам покажем. Послушай, я знаю, что нужно делать. Что? Мы должны прочитать эту книгу. Я должен взглянуть на дворец. Зачем? Мы придумаем, как нам ночью туда пробраться. Нет, Якоб, пожалуйста, тебя поймают. Я же никуда не полезу. Просто посмотрю, и все. А ты? Ты захочешь водиться с сыном простого сапожника? Глупый. Конечно, да. И как мне тебя называть? Ваше Высочество? Какое Высочество? Зови меня просто. Грета. Грета. Ваше Величество! За 7 лет мы 7 раз обыскали все королевство. Уже 7 лет. Ваше Величество, в народе говорят, здесь не обошлось без колдовства. Вряд ли кто решится на такое, Ваше Величество! Колдовство карается смертной казнью! Где же тогда моя дочь? Ваше Величество, скороходы сбились с ног. Нам не хватает людей. Ищите новых. Скороходом!
Ой. Где они? На старой мельнице, госпожа. А что ты здесь делаешь? Немедленно отправляйся туда. Я должна знать, о чем они говорят. Каждое их слово. Но сейчас же ночь, госпожа. Ты что, боишься темноты? Да. То есть нет, госпожа, но позвольте взять с собой два превращения. Никаких превращений. У меня у самой их мало осталось. Все, иди. Не желаю больше ничего слышать. Ты не узнал своего короля, солдат? Что вы, ваше величество? Конечно, узнал. Просто говорят, что здесь неспокойно, ваше величество. Как это неспокойно? Ну, там духи разные, привидения. Болтают. Ты, парень, не забивай себе голову всякой ерундой. Слушаюсь, ваше величество. Вон, вон, смотри, еще одна полетела. А у нас на крыше стояла такая большая труба. Труба? Да, труба, только со стеклами. И в нее можно было смотреть. Зачем в нее смотреть? Просто так интересно. Она все увеличивала. Мы с папой даже на Луну смотрели. Здорово. А мы с мальчишками стражников дразнили. Кидались в них желудями. Тоже смешно было. Смешно? Ну да. Приятный карлик, погоди, я тебе еще покажу. А девочки с вами играли? Девчонки? Нет. Ну, может, иногда только. А если бы у девочки были рыжие волосы, ты бы дразнил ее? Нет, ты что? Я вообще никого не дразнил, только стражников. А почему ты спрашиваешь? Просто так. А ты бы хотел подружиться с девочкой с рыжими волосами? Не знаю. Если с ней интересно, то да. Только кто со мной подружится? А со мной кто подружится? Кому я теперь нужна? Ну что ты, Грета? Ты мне нужна. И вообще, я уверен, что ты очень красива. С чего ты взял? Потому что ты принцесса. А принцессы всегда красивые. Ты видел много принцесс? Да нет, немного. Ты первая. И к тому же гусыня. И вообще, у меня рыжие волосы. Ну и здорово. Значит, я теперь дружу с девочкой с рыжими волосами. А вдруг завтра что-нибудь сорвется? Знаешь, как я волнуюсь. Не бойся. У тебя все получится. Да я не боюсь. Просто волнуюсь. А расскажи еще про Луну. Вы часто на нее смотрели? Да, мы хотели увидеть людей. Папа говорил, что там тоже должны жить люди. Ух ты! А эти люди на Луне, как они выглядят? Вы хоть раз их видели? Нет. Может, они спали? Как ты думаешь? Наверное, спали. Ведь на них нужно днем смотреть. А днем-то луны нет. Да. Глупая старуха. Сама бы попрыгала тут с лягушками, тогда бы узнала. А вдруг у них тоже есть такие трубы? И они сейчас на нас смотрят. Наверняка есть. Только и у нас все спят. Но мы-то не спим. А давай им помашем руками. Давай.
ты увидишь тень под тонким дымом сна. Двери прозрачные для тебя. Уважаемые, как я могу найти господина главного скорохода? Зачем он тебе нужен? Хочу выступить в состязании бегунов. А, бегунов. Ну, дружище, ты хвати. Господин дежурный скороход. Вот еще один пришел. Бежит быстрее ветра. Пусть заходит. Велено пускать всех. Большое спасибо, господа стражники. Ну, еще всякую ерунду говорили. Про луну какую-то. Им понадобилась книга. Они зашли слишком далеко. Слушай, что нужно сделать. Именем Его Королевского Величества прошу бегунов приготовиться к началу состязания! Ваше Величество, все готово. Прикажете начинать? Да, господин Блюм, начинайте. Но прежде я бы хотел узнать, почему вы в парадном мундире. Вы что, готовились к балу? Ваше Величество, вы хотите, чтобы я тоже бежал? Не просто бежал, господин Блюм. Главный скороход должен быть быстрее всех, верно? Верно, Ваше Величество. На старт. Внимание. Марш! Thank you.
нет. Быстрее! Вот дрянь! Госпожа, мальчик, он нес вам капусту, помните? Мальчик, госпожа, госпожа... Как же зовут тебя, бегун? Яков, Ваше Величество. Ну и быстро же ты бегаешь, Яков. Давно меня так никто не радовал. Ваше Величество, у него волшебные туфли. Я все видел. Это так? Ваше Величество, пусть господин Блюм покажет их волшебные свойства. Господин Блюм, не томите нас. Если туфли волшебные, то вам не нужны никакие приседания. Вперед! Бегом! Стремительно! Резво! Шибко! Скоро! Рысью! Стримглав! Пошли! Быстротечно! Быстротечно! Довольно, господин Блюм. Испытания окончены. Ну что ж, хочешь быть моим главным скороходом, Яков? Хочу, Ваше Величество. Только... Что только? Только у меня просьба, Ваше Величество. Говори. Я хотел бы взять на службу, Ваше Величество, свою гусыню. Гусыню? И как же она будет мне служить? Никак. Она просто будет жить у меня. Хорошо, Яков. Ты принят на службу главным скороходом. И скоро тебе предстоит выполнить очень важное поручение. Ух ты! Вот это да! Здорово. Да. Зато когда расколдуемся... Что, когда расколдуемся? Ничего. Ты опять станешь принцессой. А ты останешься моим другом. Ведь ты мой друг, правда? Знаешь, у меня никогда не было такого друга, как ты. Хочешь, я покажу тебе дворец? Нет, Грета, ты что? Вдруг нас кто-нибудь увидит? Ну и что? Да ведь ты главный королевский скороход, забыл, что ли? Пойдем, я покажу тебе свои покои. А это что такое? Это наша с папой любимая игра. Мы обычно шли сюда и закрывались, чтобы нас никто не нашел. А папа всегда говорил: ну, Хвостик, покажи, какая ты ловкая. Почему Хвостик? А я, когда была маленькой, всегда ходила за ним Хвостиком. Вот он и звал меня Хвостик. Это была наша тайна. Это мой прадедушка. Очень грозный был король. А это... А это ты? Господин главный скороход, осматриваете мой дворец? Да, Ваше Величество.
Это и есть твоя гусыня, Якоб? Странно, но она мне напоминает кого-то. Якоб, твоя гусыня умеет плакать? Ваше Величество, это ваше... Это ваше... освещение. У нее дыма слезятся глаза. Завтра утром ты мне понадобишься. Я чуть нас не выдала. Я тоже хорош. Послушай, Грета, а может лучше все рассказать твоему отцу? Якоб, вспомни свою матушку. Разве она тебе поверила? А я? Ведь я могу разговаривать только с тобой. Больше меня никто не поймет. Да, но мне как-то не по себе. Твой отец так хорошо ко мне отнесся, а мы украдем книгу, которую он дорожит. Да нет, не украдем, а возьмем на время. Я уверена, отец нисколечко не рассердится, когда узнает всю правду. Думаешь? Хотя, наверное, не рассердится, если у нас все получится. Ну, конечно, у нас все получится. Здесь. Я ангел смерти. Зачем ты нарушил мой покой? Во всем виноват. Госпожа, позвольте мне поймать проклятого карлика. Мы посадим его в нашу пещеру ужасов. Пусть попрыгает. Мне и самому-то там страшновато. Ты болван, Урбан. Да, ты болван. Тебе ничего нельзя доверить. От тебя только одни неприятности. Что мне с тобой делать? Что делать? Собирайся, осел. Мы идем во дворец. Я, говорит, ангел смерти. Тот возьмет, кто и сорвет Тараксакум. Тараксакум. Да, и сожжет голову его солнцем, и пепел развеет по ветру. Тот разрушит злые чары и вернет все назад. Я ничего не поняла. Мы что, должны сжечь кого-то? Нет-нет, я думаю, что... Видишь, здесь написано... Сорвет. По-моему, речь идет о каком-то растении. Точно! Тараксакум. Это какая-то трава. Знаешь, что мы сделаем? Я сейчас же отправлюсь к своей матушке. Она нам поможет. Постой. А вот что значит? Сожжет голову его солнцем. Может, если это растение, то его нужно высушить на солнце? Нет, здесь что-то другое. Сказано именно «сожжет». А потом еще пепел надо развеять. Может, почитаем еще? Нет, нам нельзя терять время. Ты читай дальше, а я пока сбегаю к матушке.
И только Якоб дотронется до камня, когда Гал получит его сердце, и зло соединится с добром. А живет Дагал и бежала с ней, никого не будет на свете. И исполнит Дагал ее злую волю столько раз, сколько она пожелает. Грета, туфли пропали. Туфли? Ой, а что у тебя с голосом? Ты не заболела? Да нет, от волнения охрипло немного и все. Кому они понадобились? Не знаю. Уже светает, и король вот-вот позовет меня, а без них я не успею сбегать к матушке. И не нужно, Якоб. Я прочитала в книге, что если ты дотронешься до камня, то все будет хорошо. Мы сами виноваты, навыдумывали страхов каких-то. Нужно срочно бежать к ней, она нам поможет. Как же так? Это что, написано в книге? Да. Может, ты чего-нибудь не поняла? Давай еще раз посмотрим. Господин главный скороход, его величество требует вас к себе. Не поверил. Влезай. Что, тетя, не поверил? Иди сюда. В виду последнее превращение. Смотри, ничего не напутай. Тоже ты, болван, делаешь? Ты что, ходить разучился? Здесь так темно, тетя. Давай иди, остолоп, темно ему. Эй, подними меня. Ты-то мне и нужен. Ты кто? Я твой друг. Волшебный рыцарь. Подойди поближе. Пропала магическая книга. Беги, доложи начальству, и тебя наградят. Книга? Пропала. Ничего себе. Книга. Что я ее? Я же не сказал тебе, кто ее украл. Я рад, Якоб, что ты служишь у меня. Благодарю вас, ваше величество. Теперь тебе предстоит выполнить первое и очень важное поручение. Я хочу рассказать тебе одну историю. 7 лет назад пропала моя дочь. И ты должен отправиться на ее поиски. Слушаюсь, ваше величество. Что? Украдена магическая книга из библиотеки. Во дворце воры. Где начальник стражи? Здесь, ваше величество! Кто был в карауле? Вот он, ваше величество! Всем рассказывает про какого-то это, ангела смерти. Что? Да, ваше величество. Это опять ты. Что произошло? Стою я на часах, ваше величество. Стою, значит, стою. Вдруг. Откуда ты возьмись? Прямо передо мной. Появился ангел смерти. Да. Я, говорит, ангел смерти. А потом волшебный рыцарь приказал обо всем доложить. Вот я и докладываю. Довольно. Уберите его с моих глаз. Да вот же он, ангел смерти. Только почему-то без крыльев. Так, или этот солдат сошел с ума, или... Немедленно обыскать комнату главного скорохода! Ну, слоненок, подумай еще. Может, быстрее? Не помню. Может, быстрее? Слоненок, молодец! Я не знаю, как их остановить!
Значит, ангел смерти. Так это ты взял книгу? Ваше Величество. Ты или не ты? Да, Ваше Величество, но... Никаких «но». У меня в королевстве колдовство карается смертной казнью, а ты к тому же еще и вор. Ваше Величество, я вам все объясню. Поздно объяснять. Завтра тебе отрубят голову. Башню его, гусыню на кухню, поварам. Нет, Ваше Величество, это ваша дочь. Ты еще смеешь издеваться над моим горем, презренный человек. Уведите его. Господин карлик! Господин карлик! Господин карлик! О, господин карлик! Умоляю, скажите, как они останавливаются? Я ничего для вас не пожалею. Я все для вас сделаю. Что же ты можешь сделать? Господин карлик. Узнайте у госпожи Ганны, которая торгует зеленью на рынке, что это за трава? Така, кака. А вы не обманете? Да нет же, бегите скорее. Якоб, Якоб, маленький упрямец, ты что, хочешь умереть, глупец? Знаешь, чем все кончится? Перья твоей подружки разнесет ветер, а твоя уродливая голова упадет в мешок палача. Запомни, Якоб, тебе стоит лишь шепнуть «согласен», и ты сразу получишь назад все. И никто, никто тебе не поможет, кроме меня. Помогите. Умоляю, скажите, что это за трава? А? Зачем вам это? Кто вас послал? Ой, не спрашивайте. А послал меня карлик-горбун. Его сегодня казнят. Казнят? Господин карлик, я все узнал! Никогда не лезь в чужие тайны. Я жду тебя, Якоб. Королевское Величество повелел отрубить голову за колдовство высшему главному скороходу Якобу. Эй, смотри, она плачет. Ты колдун и вор. Кроме того, ты пытался уйти от наказания. Несмотря на это, у тебя есть последнее желание. Говори. Говори, говори же. Последнее желание приговоренного. Господин, вы хотели узнать про траву? Тараксакум. Это одуванчик. Кажется, я понял. Я все понял. Ваше Величество, хвостик,
Вспомните хвостик. Хвостик? Откуда? Как ты это узнал? Ваше Величество, у нас мало времени. Поверьте, прошу вас, позвольте мне кое-что сделать. Прямо здесь, сейчас. Сначала ты мне должен сказать, от кого ты это узнал. Ваше Величество, мои слова не убедят вас. Вы должны увидеть все своими глазами. Ты тронул мое сердце сомнением. Что ты хочешь сделать? Я осмелюсь попросить у господина обергофмейстера его монокль. Монокль? Ваше Величество, осмелюсь доложить... Это большая наглость. Не может быть. Грета! Добрые мои подданные, этот юноша вернул мне дочь и спас всех нас от страшной злой колдуньи. Ваше Величество, мы сделали это вместе с Ее Высочеством. Меня зовут Грета. Ты что, забыл? Спасайтесь, Ваше Величество! Это волшебный рыцарь! Отходите! Я его задержу! Господин карлик, я никогда тетю не одобрял! Я всегда был на вашей стороне! Это она меня заставляла! А там было так темно! Пампуша, а может, не надо? Нет, слоненок, я хочу сама. Вот, я же говорил.